Для участников пятого сезона проекта «Большая сцена» огонь, вода, земля и воздух – не просто стихия. Начинающие артисты из группы режиссера Николая Визигина учатся показывать свои эмоции через природные явления. Иногда для этого даже нужно угрожать коллегам. Никогда больше этого не делай! Все участники этой группы – дамы. Они представят вниманию зрителей последнюю любовь Дон Жуана. На сцене оживут героини первого акта из пьесы Эрика Эммануэля Шмидта. Роль герцогини. Близка она мне, пожалуй, она по своему выходу мне близка, потому что она здесь хозяйка, героиня, чувствует себя здесь совершенно свободно. У нее, так сказать, все козыри. И она управляет людьми, которые находятся рядом с ней. Ирина Белоусова работает в бизнес-сфере. В проекте «Большая сцена» участвует в третий раз. К актерской игре все дамы относятся серьезно. Говорят, что творческие тренинги помогают в повседневной жизни. Творчество, оно вообще скрашивает там серые какие-то будни. Это эмоционально развиваешься, также энергетика большая. Мне очень здесь нравится. Задача моя, конечно, состоит, я вижу, в том, что немножечко как-то их попытаться раскрепостить, чтобы они более были свободные, потому что это, я понимаю, что пригодится им в жизни. В обязательной программе у артистов занятия по артикуляции, пластике, а также чтение монологов и репетиции ролей. Я сюда приехала, просто я в другую реальность выпала, и я уже не помню, что там было, как будто вообще дверь закрылась за какими-то неприятностями, этими житейскими. Заряд эмоциональный, конечно, очень мощный. Репетируют артисты дважды в неделю. Последнюю любовь Дон Жуана барнаульский зритель увидит 18 апреля на сцене Дворца культуры города. Пьеса станет частью большой постановки. Билеты на представление уже сейчас можно купить на сайте кассы.ру или в редакции журнала «Автограф». Дарья Демиллер, Николай Шилко. Наши новости.